В Министерстве финансов республики сейчас вовсю идет работа над программой развития Довирума. Не так давно на встречу в министерстве, посвященной этой теме, были приглашены руководители региона, депутаты парламента. Среди них оказался единственный производственник, человек, который знает, как заработать деньги и как их потом потратить. Это член правления концерна ВКГ Мелис Эльдерман. Мы решили взять и у него комментарий относительно той встречи. Мелис Эльдерман сообщил нам, что, по его мнению, разрабатываемый сейчас план развития очень хороший и дающий надежду на реальное, а не бумажное развитие региона. Эти инвестиции на инфраструктуру, которые планируются с государства, это очень разумно. Но они все-таки имеют одноразовое влияние на экономику, потому что после этого все должен еще создаваться какие-то условия, чтобы предприятия пришли сюда и создавали действительно хорошие рабочие места. Для этого надо менять законодательство или, вернее, делать лучшие условия для предпринимательства. И третье, очень важно, конечно, это мероприятие, которое связано с переводом государственных структур или Ида-Вирума, или университетов, или школ Ида-Вирума, потому что ясно то, что это дает такой толчок, что и молодых людей сюда придет больше. На все это требуются финансовые средства и немаленькие. Мелис Эльдерман сказал, что и этот вопрос обсуждался тоже. И здесь есть понимание, откуда их взять. Какая-то часть налогов окружающей среды, которая действительно не маленькая сумма, сейчас идет на центральную кассу государственную или кассу Министерства окружающей среды, что какая-то часть пришла сюда, на этот регион обратно. Вернее, может быть, даже не обратно, а какая-то часть осталась здесь.